Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Юрский мир. Так, начнем собирать все, что у нас тут накопилось. Ага, ДНК. Готово к улучшению за 5 долларов. Улучшим бесплатно. И заберем с тобой опыт. Так, ну что, здесь, наверное, опять же вкинем немножко денег на выработку еды. Кто у нас тут вывелся, давай посмотрим. Ага, да, ребята? Велосраптор. Забираем. Так, и помещаем. Естественно, друзья мои, сейчас мы его прокачаем и соединим. Стартуй. 30 долларов. Слушай, я думаю, что час можно потерпеть. Часок. Мы его теперь сделаем усиленным. Но это еще не все, у нас тут, ага, аэротитан. По-моему, так его увеличать. Да, собственно, персоны. Это у нас новый динозавр, поэтому помещаем. Ать, не вмещается здесь. Сюда тоже не вмещается, а куда же тебя тогда поставить-то? Здесь поместишься? Во, пускай здесь стоит. Ну что, аэротитан, это у нас, ребята, по-моему, редкий, да? Динозавр. Давай-ка мы его, наверное, чуть-чуть еще прокачаем. Хотя бы до десяточки. Замечательно. Слушай, ну у меня летающих уже приличное количество. Так, что нам нужно теперь? Погладить. Покормить. Так, кормить я его не могу. Тебе тоже не могу. Стегоцефал у меня тоже 10-го, ребята, уровня. Собираем все награды. Давай сюда. Так, монетки заберем сейчас. Ребята, я так и думал, что я все-таки просплю то самое событие, где нам нужно было бомбить травоядных. Как обычно, лег уже под утро. Да, график у меня совсем сбился. Ну что, забираем с тобой здесь награды. Кстати, скоро 19 уровень получим. Так, и нам нужно подраться на PvP-арене. На PvP-арене. Так, подожди-ка, у нас на рынке можно вывести бронитозавр, тропиогната, майонгозавра. А стоит ли нам это все делать? Вот в чем вопрос. Так, ну что у нас там по событиям? Давай посмотрим. Могучие деньги, схватка редких, дрожь земли, битва. Альбертозавр, нифига себе, ребята. Слушай, ну вот это вот меня подкупает. Могучие деньги. То есть это игровая валюта, да? Это же не доллары. Схватка редких. Так. А вот сюда, кстати, можно, ребят, пойти. Значит так. Против хищников мы с тобой берем. Но он не очень сильно прокачанный, поэтому я думаю, здесь можно взять и... Нет, стегоцефал слишком слаб. Тогда возьмем лимносцелиса. Против травоядника мы возьмем с тобой хищника. Я думаю, что здесь будет достаточно и Гуань-Луня, да, против этого. А против летающего мы с тобой возьмем трицератопса. Попробуем вот такой вот, ребята, командой сейчас набить себе пак. Ну что, естественно, беру бонус сразу же. Будет менять или нет? Сменила. Взял летающего. Это плохо, ребята. 74 к урону. Он сейчас сделает атаку 100%. Ну да. Вот зараза, а. Ну что же, мы тогда тоже с тобой поменяем. Сейчас возьмем трицератопса. Вот так вот. Если я нанесу ему две атаки, это будет фигня полная, да? Поэтому сделаем так. Защита и бонус. Что же он... Ага, опять меняет. Да ты запарил, а? Ха-ха. А вот сейчас мы, ребята, будем бомбить. Возьмем с вами лимносцелиса. Так, у него нету ходов, поэтому мы его сейчас просто разберем. Раз. Так, этого будет достаточно. И вот так вот. Подожди, а почему я сделал одну атаку? Надо было две атаки делать. Так, ну что, он будет менять, интересно, динозавра? Оу-оу-оу-оу-оу.
Спокуха, дядя. Так, он потратил, да? 2 очка. Ладно, тогда мы его сейчас добиваем здесь. Это уже на всякий случай. Ну-ка. Пшел прочь. Так, следующий выходит травоядник, да? Это у нас тот зенгозавр. Тот зе. Так, он меняет. Ну, естественно, берет летуна, и сейчас он будет атаковать меня. Он в атаку... Ага, а вот и не вышло у тебя, парень. А вот и не получилось. Обломался. Ну что ж, придется его наказать за это, да? За такую дерзость. Мы возьмем с тобой трицератопса. 157 хп. Раз, два. Так, этого будет достаточно. И поставим, наверное, бонус. Ой-ой-ой-ой, а как же так-то? Как же я так, ребята, опростоволосился? Я думал, что он все влил в атаку. Нет, не все. Меняет динозавра. Опять же берет травоядника. Так, мы выживаем. Мы выживаем. Ну, все, ему крышка, ребята. Я беру Гуань-Луня. Гуань-Лунь сейчас ему здесь устроит карнавальную ночку. Так, он 2 атаки мне нанес, да? Значит, 2 у него либо в защите, либо еще где. Короче, в любом случае вкладываемся. Иди отсюда. Так, ну что, нам остается завалить Тропиогната. Всего 42 хп, как ты видишь, у него. Он сейчас все, наверное, вольет в атаку. Нет. Не все, друзья мои. Но в любом случае мы с вами его добиваем. Потому что у нас... Он 2 даже если взял защиты, то 2 атаки 100% прокатят. Вот об этом я и говорил. Все, друзья мои. Первый поединок мы с вами выиграли. Но впереди еще 2, так что расслабляться не стоит. Я не знаю, это считается как PvP бой, нет? Для того, чтобы забрать бонусы все. Так, ДНК. Опять код 19 у нас. Да и, ребята, я здесь отправлю ООНа. Все. Побежал, короче, он. Ну, а мы с тобой идем дальше на события. И схватка редких. Угу, аргентинозавры плюс стегоцефал. Ну, против стегоцефала мы возьмем, наверное, с тобой тропиогната. А вот против... Так, майюнгозавр плюс гуань-лунь. И тропиогнат. Этого нам должно, ребята, за глаза и за уши хватить. Бонус. Всегда начинаем с бонуса. Он, наверное, сейчас поменяет на стегоцефала. Нет. Это, конечно, роковая была твоя ошибка, парень. Это была твоя роковая ошибка. Так, этого достаточно будет. Хотя он может... А что он может? Он ничего не может сделать. Он отдуплиться может. А, защиту все-таки взял, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Все-таки пытается меня здесь ушатать. Опять взял защиту, да? Раз, два. Этого будет достаточно. Вот так вот сделаем. Бумс. Давай следующего вызывай. Вот он явился, не запылился. Так, ну здесь мы выживаем, ребята, естественно. Так, у него, ребята, 100% 2, наверное, идут в защиту. 2. Поэтому давай посмотрим. Раз, два, три. И вот так. А, нет, ребята. Он поставил, получается, 1 защиту и 1 взял бонус. То есть сейчас стегоцефал будет нас вот разбирать. Да-да-да, у него, наверное, 2 в атаку. А, 4 даже в атаку. Ух ты. Он все свои очки, короче, влил в этот свой последний удар. Ну что же, я тебе скажу следующее. Мы берем вот так вот. И просто все, ребята, в атаку. Вот таким вот образом. Естественно, он трупец. Защиты у него нету. Ну, а мы с тобой выигрываем во второй схватке. Так, ну что, давай попробуем последнюю с тобой провести так же идеально, чтобы к нам не докопаться было. Битва. Ох ты, тут одни летающие, ё-моё. Ну давай я сделаю так. Вот таким вот образом. И еще нам нужен один с тобой
Блин, а кого взять-то? Тебя? Аргентинозавра. Почему он у меня 11 уровня? Объясни-ка мне. Почему я его не прокачал? И также, кстати, не прокачан у меня Аланка. Ну, я даже не знаю. Ну, давай возьмем Тропиогната с тобой, что ли. Поехали. Нам нужно выиграть. Понимаешь? Аргентинозавр. Сразу начинаем с бонуса. Тридцаточку он, да, может влупить нам. Ну, мы это переживем как-нибудь. Слушай, а что он сделал сейчас? Так, две атаки по 30, это будет 60, да? Это в лучшем случае, поэтому я, наверное, сделаю вот так. Ага, две защиты. Хорошо, что я не стал его атаковать. Он лопухнулся. Но это мы как-нибудь переживем. 300 урона. А вот теперь нам, друзья мои, нужно атаковать по полной программе. 154 хп нужно из него выбить. Так, 321. И вот так. Даже можно было бы чуть-чуть поменьше. Две атаки достаточно. Но я подумал, что он, наверное, взял на защиту еще. Но видишь, ничего подобного. Этот вообще, ребят, Тропиогнат тут для нас сосунок. 24 хп, ой, 24 атаки всего лишь наносит. Да, конечно. Так, две атаки он нанес. Получается, одну, наверное, в защиту влепил. 100%. Раз, два, три. И вот так вот. Да, одну защиту сделал. Но это нам не помешает его разобрать. Так, Гациготтерикс. Ну и что ты сделаешь? Ну все, ребята, тут победа за нами. Я полностью вливаю в атаку все. Все свои 5 очков. Даже если у него 2 очка, ага, на атаке, ну и на защите, его все равно пробиваем. И получаем с тобой пак редких. Ну, молодец, молодец. Выиграл. Довольный такой. Одним динозавром, ребята, всех выиграл. Ну что, давай посмотрим колесо призов. Прикинь, пак выпадет. Ёк-макарю. А, это... Подожди, это обычный... Схватка. Блин, я-то обрадовался, думал, что нам что-нибудь такое путнее выпадет. Но все равно приятно, когда выпадает пак. Согласись. Так, за 400 долларов крутить еще один. Спасибо большое. Я перебьюсь. Кстати, нам нужно, знаешь, что сделать? Войти. За 24 доллара, может быть. Хотя тут 47 минут. Когда у нас там... Сколько еще ждать? Один день, ребята. Тираннозавр будет выводиться. Один день. Немало на самом деле. Так, ну что у нас тут в событиях еще есть? Могучие деньги. То есть здесь будут 51 тысяча и все. Ну я даже не знаю, стоит ли идти и драться. Дрожь земли. Сразиться за главный приз. Легендарки, ребята, прикинь. Тиранодон, Ихтиостега, Унайзавр. Ё-моё, язык сломаешь. Схватка. Конечно, хотелось бы здесь подраться, ребят, но мне нужно еще ПВПшку сделать. И ВИП без ограничений. Вот что мне нужно. 4 битвы. 4 битвы нам нужно с тобой подраться. Так. Ну, здесь все довольно легко и просто будет. Тут 9 уровень, поэтому я думаю, что изначально можно взять очень-очень слабеньких своих динозавриков. Но не слишком слабеньких. Так, первым идет хищник, возьмем стегоцефала. Против травоядника мы возьмем с тобой. Да, вон каламбринха можно взять. И против... Подожди, каламбринха не сейчас. Против травоядника мы возьмем хищника. Гуань-лунь пускай будет, да? И здесь мы возьмем Калабринкса. Я думаю, что этой командой мы, в принципе, должны здесь разрулить. Так, Гуэнлунь против Стегоцефала. Берем бонус. Что он будет делать? Менять? Атака? Ну, это, конечно, парень погорячился.
Он два в лицо мне воткнул, да? Получается, мы ему делаем так. Раз, два, ему крышка и бонус. На-ка. Отдохни чутка. Так, трицератопс появился. Ну, естественно, добивает. Так, ну у меня выходит Гуанлунь. Плюс у нас идет бонус. Так, у него всего 100 хп. Нам придется все вливать, да, в атаку. Потому что у нас 33 всего лишь идет. И выходит Диплокаулус. Ну, слушай, он сейчас, наверное, бомбанет мне. 42 к атаке. Да. Но зато наш Калабринг должен будет его сейчас уделать. Все вливаем в атаку, естественно. Хватит? Хватит. Пока. Ну что же, один из боев у нас прошел довольно неплохо. Еще три поединка нужно сыграть. Так, посмотрим. У нас, я так понимаю, ребята, динозавры будут постепенно-постепенно расти, да? Именно. Так опять код 19. Что такое? Что с динозаврами не то, ребят? О, найди, разберись. Что это за дела, я не могу понять. Что-нибудь выпендривается там. Так, переходим с вами на второй поединок. Дилофазавр, гигантозавр и пеликаменим. Ну что, здесь, ребят, все, в принципе, понятно. Нам нужен водяной, которого у меня нету. Стегоцефала, конечно, можно было бы забрать, но... Давай возьмем вот этого, Диплокаулуса. Я думаю, он один с ними справится здесь со всеми. Хотя перестраховка нам все равно нужна будет. Возьмем тогда с тобой еще Дилофазавра. Наш-то будет посерьезнее, да? И ко всему прочему возьму сюда Диплодока. Поехали. Понимаешь, тут 4 поединка. Драконов, динозавров, ребят, нам нельзя с тобой просто так вот раскидывать налево-направо, нужно экономно драться. Так, будет менять или нет? А на кого? На травоядника? Точно. На травоядника сменил. Еще и атакует. Так, ну что, друзья мои, нам надо будет 120 ему прописать, да? Нам этого за глаза. И в бонус. Погнали. И отсюда. Так, а он вызывает хищников. Гиканотозавр. Что ты мне сделаешь, парень? У тебя атака вообще лажовая. Я думаю, этого будет за глаза, да? Поехали. Не-не-не, тебе крышка все равно. Ну и Дифла. Точнее, Дилофа. Дилофазавр, я Дифлозавр. Дилофазавр. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты с горячухи-то, да? Захотел меня пробить. А теперь я так же. Насколько мы ему сейчас, ребят, звезданем? На 689. Ну что же, отлично. И еще один. Подожди-ка, еще один? Да, еще один бой нам нужно с вами выдержать. И пол... Блин, один бой. Два. Конечно же, два. Так. Арамфоринг. Нундазух. Твою налево. Ну, здесь я даже не знаю. Тут нужны... Тут нужны травоядники. Ладно, берем анкилозавра. Против этого кого взять-то, а? Хм. Нам нужен летун. Причем летун хороший. Давай, наверное, возьмем тропиогната. Возьмем с тобой тропиогната. И против майонгозавра мы возьмем с тобой кулазуха. Как-то вот так должно у нас получиться, не знаю, ребята. Ну, выиграть должны. Блин, прикинь, анкилозавр. Ух, мощный чувак, да? Если он сейчас звезданет хвостом, в принципе, он с одной попытки может его вынести. Так, что, будет менять или нет? Конечно, меняет, на хищника.
Естественно. Зря, зря ты, парень. Я же тоже поменяю. На кулазуха. И это тебе не поможет. Так, он сделал смену, да? То есть мы можем его спокойненько... А, он сменил, он атаковать не стал. Скорее всего, в защиту влепил. Давай так сделаю. Видишь, в защиту, я был прав. Так, у него 2 очка. Даже если он сейчас пропишет 66. А мы сейчас его пропишем по полной этой программе. Это будет выглядеть так. Раз, два. Так. Так, и вот так. Адьюс, роднуля. Так, выходит Нундазух. Типа, я не знаю, напоминает мне почему-то собаку какую-то. Собака с рожей крокодила. Так, он ничего не стал делать. Мы, в принципе, наверное, можем, ребята, его... Раз, два, три, четыре. И вот так. Даже если он в защиту встал, все, ему крышка. Так, и следующий у нас вот этот новый какой-то. Рамфоринг. Лисья морда. Ну, сейчас он меня ушатает. У него 6, ребята, бонусов. Так, он сколько? 4 влупил, да? 2 у него осталось. 2 у него осталось. То есть сейчас я его спокойненько добиваю. Получается. Этого хватит нам за глаза его пробить. Так, ну что. Третий поединок у нас тоже прошел великолепно. Остается последний. Остается последний. Да что ты будешь делать? Каждый раз код 19 выпадает. Эй! В чем проблема-то? Я не могу понять. Все прошло хорошо. Естественно, все прошло хорошо. По-другому и быть не могло. Так, VIP допуск. Допуск. Значит, теперь, друзья... Ох ты! Ох ты! А лангозавр у него тоже, оказывается, есть. Ну что? Здесь берем аэротитана. Заодно и проверим его. Так, против хищника сразу же... Блин. Кулазуха придется, ребята, брать. И вот так. Тихо, тихо, тихо. Фу-фу-фу. Господи, жду... пужанулся, думал. Так, убираем. Убираем. Ставим сюда. Ставим сюда. Фу. Прикинь, сейчас бы еще зачиталось бы, да? И пошел бы я в меньшинстве. Ну что, ребята? Ох, нифига, на 146 против 39. Ну, он, естественно, будет ставить хищника. Или не будет? Ха, меняет. Так, алангозавр, а ты в курсе, что и у меня... Ох ты! Ну, кулазух на тебя, как говорится, сейчас будет иметь. Такой зуб. Он сменил, плюс одну атаку сделал, да? То есть у него сейчас ничего нету, ни защиты, ничего. Поэтому наказываем. Иди отсюда, доорался. Ждем следующую жертву, и это монолофозавр. Монолофозавр, он меняет на кого? Да, тоже на водного. Естественно, ребята, он продинамил все свои очки, и мы его должны ушатать. Все. Ну и хищник, который для нас вообще ничто. Даже если он все вольет в атаку, он меня не пробьет, ребята. А вот ему будет плохо. Вот и все, ребята. Делов, как говорится, на копеечку. Ну что, мы заслужили с тобой пак. Я надеюсь, что из него нам выпадет что-нибудь стоящее. Правда, там такие проценты. 2, 3. Ух, бронзовые награды. Да ладно. А нет, что-то есть, ребята. Пирораптор. Слушай, а он же у меня вроде бы есть. Один пирораптор у меня, по-моему, точно есть. И мы с тобой вроде бы как можем... А, это его нужно еще вывести, ведь так? Мне нужно выводить пирораптора. Вывести, давай посмотрим. Угу, нужно. Активируем. Так, и пирораптор у меня находится где-то вот здесь. Так, это анкилозавр, тут-то кто у меня? Велосираптор. Подожди, а что он у меня ждет? Ага, не хватает.
Эволюция не завершена. 61, 30, блин. Офигеть, ребята, у меня баксы улетают. Забираем с тобой эволюцию. Так, поместить, конечно. И прокачка. Фига он прожорливый. Значок собрат. Что за значок? Я вот это что ли значок? Я не могу понять. Какой значок собрат? Но тем не менее, второго уровня он у нас. Ребята, велосираптор. Он сам по себе неплохой. Не кислый такой, да? Подожди-ка, где же у меня... А, вот он, перораптор. Ну что же, мы с тобой еще прокачаем, да? До второго уровня, получается. Круто будет. Так, что у нас по заданиям? А, ё-моё, я же в ПВП еще не поучаствовал. Так, ну что, давай делать вызов. Велоцираптор перепрыгнул алангозавра? Оу, щит. Так, ну что тут взять-то, я не знаю, ребята. Давай, наверное, возьмем с тобой. Блин, ну не хотелось бы, конечно, тратить. Двух хищников тоже, ребят, да, не стоит, наверное, брать. Возьмем тогда вот так. И вот так. Еще и $5 заплати за... Чего? В плане любое животное. Я уже подумал, что нужно будут животные. Так, смотрим, кто нам сейчас из противников здесь достанется. Твою налево, гигантозавр, это что такое? Упс. Так, друзья мои, надо менять. Так, будет атаковать или нет? Он будет меняться. Ведь будешь меняться? Ха, не стал. Одну атаку он сделал, да? Я даже не знаю. Ну давай вот так вот сделаю я. Угу, защитку брал. Так, смотрим. Неужели будет атаковать? Меняет. Меняет, ребята. Ага. Как вот с ним быть? Ну, естественно, если только брать. Вот так вот. Он одну атаку, да, сделал мне? Он сделал мне одну атаку. Ну, мне его не пробить, ребят. А, нет, ушатали. Ушатали, хорошо. Твою налево, Калабринг. У него 3 очка. Ему надо как минимум 2 атаки нанести, а он делает 3. Но это зря. Калабринг, значит, у нас... Ага. Ему достаточно будет одной атаки. Вот так вот мы с собой сделаем. Замечательно. Так, и выходит у нас Капразух. Прозух. У него 4 очка, ребята. Посмотрим, что он сейчас будет делать. Он может все, конечно, поставить в защиту. Но нет, нет. Тогда все, прощай. Тогда прощай. Подожди-ка, 337. Да, мы его пробиваем. У нас там 600 с лишним набирается. 639. Ну что, ребята, победа за нами. ПВП бой мы с тобой прошли. И, соответственно, забираем теперь награды. Мне нужно немножко, чтобы уровень получить. Совсем чутко. А, еще и крутить. Приз умельца. То приз новичка, то приз умельца. Давай, Гоин Луня. Ай, блин. Закрываем. Не хочу я еще раз крутить. Дайте мне, пожалуйста, мои награды. Так, открыть. ДНК, ДНК, $25 и 25 тысяч еды. Плюс 260 очков доверий.
Опять код 19. Да вы что, блин, смеетесь, что ли? В этот раз прошло все хорошо. Угу. Так, что у нас там еще, ребята, остается? Ну, события я уже вот это вот не смогу пройти. Потому что у меня все динозавры в откате. Здесь пока тоже, ребята, кисло все. Я посмотрел, ну... Тем более, как видишь, время идет на откат. А где вы сказали, что я могу алангозавра покупать в магазине, ребят, на рынке? Я что-то не мог увидеть даже, где же он? Где алангозавр продается, вы говорите? Дилофозавр, я вижу, да, продается. Ага. Точно. 1290 ДНК. Спасибо, что подсказали. Так, ну что, тогда будем прокачивать, естественно, его. Приобретем. Пускай выводится. Естественно, нам нужно будет его прокачать и объединить. И тогда алангозавр будет нормуль. Но ДНК нужно будет дофига. Хорошо, что у нас есть неделя халявы, и мы с тобой получаем здесь ДНК. Так, ну что, вроде бы пока все, ребята. У нас, видишь, можно было бы играть в нее до бесконечности, но мы ограничены с тобой именно тем, что наши динозавры отыграли бой. Все, как говорится, отдыхай. Жди, когда восстановится время. Ну, я считаю, неплохо. Главное, мы ежедневки с тобой выполнили. И еды у нас, ну, маловато, денег тоже маловато, но тем не менее. Кстати, на рынке у нас есть какие-нибудь, да, новая постройка. Это кольцевой картодром. Это чисто на доход, поэтому его можно разместить, ну, вот сюда даже где-нибудь. Так вот поставим. Пускай делается, финансы все равно лишними не будут. А по динозаврам, как ты видишь, у нас два трицератопса, лимносцелис, бронитозавр, тропиогнат. Это которых мы можем свободно выводить, ничего не тратя. А вот уже манингозавр и оланка, и все остальные, конечно же, за ДНК. Так, дилофозавры. Кстати, нам тоже его было бы неплохо прокачать. Причем алангозавр, он идет обычным. Не каким-то там редким. Просто обычным. Так, все, больше здесь ничего нету. Ну ты посмотри, сколько здесь, ребята. Огромнейший просто выбор. Ты посмотри. Я в шоке. Я вот кручу, ребята, и нет конца и края. Это жесть. Дилофобуа. Это последний, там, не помню, змея какая-то, ребята. Так что на этом пока будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.